Бывают моменты, когда мы мечтаем, когда мы печальные строки слагаем, когда мы смеемся, резвимся, играем, когда мы болеем, тоскуем, рыдаем, когда мы встаем и беремся за дело, когда мы шаги начинаем несмело, когда мы не знаем, что нас ожидает, когда неизвестность нас просто пугает, когда без ответов душой мы страдаем, когда ситуацию не понимаем, в такие моменты, скажу не тая, так хочется в детство, в беспечность, друзья, в те дни, когда мама за все отвечала, готовила, мыла, скребла, убирала, стирала, работала, папой пугала, в школу водила, со школы встречала. Так много всего в детстве дальнем осталось, и наши родители встретили старость. Теперь наша очередь стряпать и мыть, стирать, убирать, также папой грозить, растить детвору, восхищаться, молиться, смеяться, мечтать, возмущаться и злиться, со школы встречать и опять провожать, работать, страдать, всех любить и прощать. Вся жизнь кувырком устремляется, мчится лишь мамы слеза, задрожала в ресницах. И кажется мне, что весь мир в ней сокрыт, как жизнь мимолетна и быстро, как миг. Дай, Боже, ценить нам все то, что имеем, чтоб солнце не меркло, когда мы болеем, чтоб мы понимали из всех вверх и вниз, как пазлы, слагается каждого жизнь. Аминь.